Так, товарищи, всем привет. Это 15-й день Mass Effect Andromeda. Вчера у меня Короче, на Твиче не поменялось название. Я сейчас разбирался еще. Что-то не. У меня с нумерацией оказалось все нормально. Просто на Твиче, видимо, забыл нажать кнопочку «Сохранить». Вот, кстати, она у меня сейчас-то нажалась. Да нифига она не нажалась. Или нажалась, не знаю, ладно. Бог с ним, Андромеда запускается. Мы сейчас приступим к освоению последней open world, так скажем, планеты. Вот. Не знаю, надеюсь, я до выходных пройду. Ну или, по крайней мере, в субботу закончим, я уже думаю. Ну, крайний совсем срок — это воскресенье. Потому что я не знаю, что в игре может появиться, что потребуется еще и воскресенье. Вот. Ну, на прошлом стриме вчера, то есть позавчера, извиняюсь. Говорю вчера, позавчера. Не, Андромеда сегодня начнет запускаться, алло. Позавчера я, получается, даже не последнюю планету допроходил. Я проходил всякие левые миссии в разных местах. Вот. Не знаю, кстати, как получится с некоторыми квестами, которых обозначений нету на карте. Типа, допустим, там надо было уничтожить три штуки на Войлде. Это на самом деле, ну, такое себе. Вот. Приглашение, кстати говоря, в эту мини-партнерку мне не пришло. Но там сказали, что будут рассылать волнами. Вот, поэтому ждем и, возможно, надеемся. Мне тут бородач переслал. Не очень. Вы издеваетесь. Ну вот ты можешь запустить мне эту игру, пожалуйста? Какая нафиг синхронизация у облака? Ты думаешь, что-то изменилось за это время? Это, по-моему, самое долгое начало стрима. Уже 3 минуты прошло, я все не играю. Я не знаю, что не так с Mass Effect. Просто не запускается. Вот, все запускается. Так, стоять. Нет, свернуть. Да, твою ж породуш. Вот. Все делается вот так. Вот знаете, мне кажется, что через так лет 10-15 вы будете запускать игру, а у вас тут вот тут будет выскакивать это. Типа GeForce здесь у меня выскочил, здесь и Origin. Я не знаю, тут Steam вылезет, тут GOG, тут еще и все везде и ужасно. Давайте через сетевую зайдем, потому что там надо отряды мне бы послать и так далее. И тому подобное. А хотя я все равно закончил на корабле, ну ладно. Сейчас еще ящички пооткрываем. Мементо море. Привет, Нико. Между прочим. А, ну да, вот я как раз сюда и хотел зайти. Как настроение? Ну, я так скажу, лучше, чем было днем.
10 единиц финансового здоровья. За задание здоровья. Бронзовое задание. Хотел его сам пробежать, но что-то как-то... Да уровня клевое, да, значение? Вы видите это? Нафиг вот этих пошлю, потому что им докачиваться надо. Так. Что-то так хочется внезапно в сетевуху поиграть. Я что-то развил как вот этого соларианца, которого вы видите до 20 максимального, так и забил. А соларианец, кстати, крутой класс. Здесь, между прочим, сетевой не такие интересные классы, как третий, я бы так сказал. Третий, там, я не знаю, процентов 70-80 классов, у них есть какие-то... Какая-то синергия между способками. В этой же части, ну, процентов только 10-20 есть нормальная синергия между способками. Остальные классы это... Ну, чё-то как-то не очень. А сейчас еще игра будет загружаться. Блин, я точно закончил на... О, нормально они так, из воздуха. You have new email at your terminal, Pathfinder. Я забыл еще одну штуку сделать, извиняюсь. Стрим сегодня будет, ну, часа 2-3 идти. Это очень мало, знаю, но... Вот так получится. Вот так получилось. А что, я уже взял, что ли? Это с прошлого стрима. Ладно. Так. Проверить возможную западню. Вот видите, это, кстати говоря. Ну и пооткрываем задание. Задание. Ящики. Хотя их, по-моему, можно копить до 200. Потом вообще просто не стрима открыть. Потому что мне уже нафиг, по-моему, не нужно ничего из этого. Кредиты тем более. Сегодня вышел второй Outlast. Я даже не знаю, как на это реагировать. Первый я проходил сугубо-то... Личный путь. Реликты. Личный путь. Про длительность стрима. Ну. Просто, ну, в принципе, у меня всегда среднестатистический стрим 2-3 часа. И на выходных я могу засесть и на 6. Не, ну, в принципе, и в такие дни я могу... По 4-5, если, допустим, приеду домой, как это сказать, ну где-то 6 начну, песчаная буря, я не помню такого оружия, веном, гремучка, ураган, ну это лучше, конечно, вы же понимаете, что все, это все лучше всего... создавать. Я избегаю хоррора. Я... Как это сказать? Ну, Фир первый я прошел. А вот амнезию... Такие вещи, как амнезия Outlast,
Я не могу, потому что, ну, слишком крипово. Хотя не, самый криповый это, наверное, Крайофир, хоть там и с оружием было, но там еще страшнее, серьезно. Пустой совершенно город. Какие-то шелесты в начале, это просто жесть. Так, я ничего не забыл. Да вроде ничего. Ладно. We're on course. Вообще, вот, ты здесь я видел, когда я переключался там между окнами, что ты зашел. Напиши, пожалуйста, что ты здесь. У меня к тебе вопрос небольшой есть. По поводу как раз-таки Андромеды. Просто ты так желал это увидеть. Раскаленные, изображенные множеством предлагающий хоть какую-то защиту воронок. Ладан в некотором смысле все еще пригоден для жизни. На нем размещается новая тучанка, колония кроганов, а также заброшенные шахты, разрозненные аванпосты и лагеря. Ну, судя по всему... Двенадцать зарядов. Больше, чем у Валькирии это. Но Валькирия стреляет сразу по два снаряда. Валькирия легче слушать. Менее точная Валькирия. Ну, я даже не знаю. И, пожалуй... Намного точность уменьшилась. Ну ладно, пофигу. Ну, я же все понимаю, но... Мне как бы надеть хотелось бы. Здесь тоже что-то ничего не найду. Ладно. Так, здесь пофигу. Здесь драк ветра. Пожалуй, так и... Лучше... Пусть так оно и будет. Не, ну край эфир, в принципе... Надо бы пройти. Драк, мы landing на Elladin to rendezvous с Jorgal Strux. On my way. Мне гораздо страшнее, когда идет какая-то психоделика и мистика. Совсем-совсем мистика, а не когда там, пытаются, типа вот как в Outlast, там мистика только под конец относительно. Так, сейчас. Called the Paradise. Middle of nowhere, as far as I can tell. Paradise is different for a Krogan. Что-то не досказал. Ну так вот. Вот власти слишком реалистично все. Все враги, так скажем, которые тебя хотят, это какие-то просто помешанные психи. В основном. Нет, фу. Сейчас. Я только высаживаюсь на планету, фу. И у меня к тебе как раз-таки был вопрос. Это миссия Драка сугубо или на этой планете где-то то, что ты хочешь увидеть? Потому что если сугубо миссия Драка, то... Я, может, прям к ней поеду.
потому что они обычно, как это сказать, инстансом. Я хз. Ага. Who lives here besides the Krogan? Scavengers with nothing to lose. Criminals chucked out of Kadara. Офигеть. Gonna be interesting. Изгнанники изгнанников. Тенгарская рубрика на Ладане. Вернуться со стороны Кавели. Да ёлы-палы. Во, вот смотри сколько. Ну, вот сканировать минералы. Наверное, это не то, не то. Изучить аномалию. Комменты, активатор памяти, активатор памяти. Образцы растений, активатор... Чё так три активатора памяти-то подряд? Медикаменты. Пиби. Задание камни для науки. Накмор... Пустите ДМ. А я не знаю, где, кстати, Накмор Драк это. Ну, ладно, посмотрим. Привет, Кощей. Как освоение до вас освоенной галактики? Отлично. Смирите пустыню, пустите Эдем. Я же все понимаю, но... Спутник... Ну, это колония вот этой планеты, как раз я думаю. Тренский ковчег позже... Машая на Айе. Бибинок, Мордрак. Говорит с Харком в теплице. Задание на верность. Ага, вот там вот. Но сперва я побегу куда-нибудь... Туда. Уровень перегрева? Нормально. А тень? Лол, тень, смотрите, не это. Чё за мной? О, магазинчик здесь есть. Привет, Каховский. Капец, ты чили пролагался. У меня у самого... Я сказал нормально, Кощей, а Twitch у меня у самого сегодня что-то это. Я роутер перезагрузил, вроде нормально. Точнее, интернет переподключил. Мне, кстати, в последнее время, если Twitch лагает, помогает, то переподключение интернета, я не знаю. Напишите там, Кощей, кому не лень. Outside the gates, you're on your own, but in here, you're safe. Anyone violates the peace, they have to answer to me. Кощей передает что-то. Спасибо, Фо. Спасибо, ой. Мне голос сегодня срывается, я не знаю почему. They behave or they're out. Now what can I get you? How can I help? Just let me know. You have a pretty good attitude for a place like this. I've got nothing to complain about. I'm rich and no one messes with me. Most powerful woman on Eladin. Yeah? I don't mean to brag, but absolutely. I'm supposed to meet a Krogan here named Strux. Look around. If my customers have names, I don't know them. It's better that way. What can I buy? I don't know. What do you have to trade? Mostly I sell water. But you should go out to the tanks if you want that. Is there anywhere else on the planet to, I don't know, find water? Not really. And if I don't like the look of you or you get on my bad side, then no water for you.
Нормально. Она моду, значит, продает, да? Притом моды, которые во время создания предметов юзаются. Это не дурно. Не дурно. Есть что-то от кочевника. Но модов у нее все равно нет от кочевника. Утиль на 10 тысяч. Нормальная. Насобирал. Step off. Not allowed back here. Отошел. Nice duds. Better watch your back. There's probably already a dozen people planning to kill you for them. Good to know. I'll keep that in mind. Just trying to help. So, what else can I do for you? Where do you live? Where do you sleep? There's a flop house not far from here. There's always shelter. Maybe even a bed, if someone died that day. Нормально. We're done. Suit yourself. Ты кто? New armor. Well-maintained weapons. I take it you're not one of the locals. You've been trained to spot this. One of the reasons Ania hired me. I know who's good side to get on. I should get going. Careful out there. Вилония. Вы кто вообще такие? I'm good at reading people. Want me to guess who you are? Shoot. A pathfinder. How'd you know? I cheated. Тут каждая собака знает, что я Pathfinder. Should hear what the collective is saying about you. I take it you're a member. I don't take sides. That way when a fight breaks out, I always win. Ever worked with a guy named Reyes? Reyes? He's one of my buyers, actually. You know him? We've met. I'm not surprised. Reyes knows everyone. Some a little too well. Take it easy. Always do. Relax. Take it easy. Па-па-ра-па-ра-па-па. Так. Что я ощущаю, что, возможно, стрим даже будет, может быть, и поменьше. Jorgal Strux? Maybe. You who I think you are? I'm the Pathfinder from the Nexus. You asked me to meet you here? Yeah, I did. Thanks for coming. Losing the Krogan was a big deal to a lot of us in the Initiative. Some of my best friends are Krogan. That's right. I didn't want to leave the Nexus, but I needed to support my people and my clan. So, trouble at the colony? It's heading to a bad place. We can't be there anymore. Morda's become a tyrant. Did she kick you out? Hasn't come to that yet, so we're laying low. I want to keep my eye on her. She's planning a strike against the Nexus, that much we know. Drak trusts Morda, and I trust Drak. Hearn. Morda's leading the colony for a reason. She's tough, but that's good. You're not there, Drak. Morda is going to rip this colony apart. And then we're all going to die. Krogan dying? Your homeworld's worse than this place. Everyone needs food and water, even Krogan. Morda's rationing. My group thinks the Krogan should make peace with the Nexus. We need the Krogan, and the Krogan need us. We all came to Andromeda as one. We should at least try to fix this.
Well, there won't be a colony to make peace with if Morta ruins it. You don't believe me? Go to the Krogan colony yourself and see what she's planning. Talk to Ravenor Brink. He's one of us, on the inside. If the safety of the Nexus is really on the line, I'll go. Better hope she doesn't shoot me on sight. Yeah, that'd be a bad omen. Между прочим, если у стандартной модельки точно такой же голос на райдере, то это ужасно, я вам скажу. What are you looking at? To be honest, I'm curious about what's going on here. What's going on is none of your damn business. Keep walking, or I'm gonna shoot out your knees. Whoa, осторожнее. I thought the rule was no guns. That won't protect you outside the gates. If you see me there, you better run. Pathfinder, is it necessary to engage with this individual? I don't see how it helps our cause. Right. Let's just back away slowly, guys. About time. Ryder, I heard that little exchange. I don't understand it. They screened every initiative applicant. How did so many of them end up violent and unstable? You think something's up? That's what I want to find out. Can you scan the scavengers here in the Paradise and transmit the data to me? And, you know, be discreet. Wow. Be careful around that one, Ryder. Interesting. Хорошее. Как это сказать? Хороший квест. Привет, кепка. Ничего, ничего. И как их незаметно-то просканировать? Not a scavenger, Ryder. Ладно, 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 пойдем так. Лучше даже вот так, наверное. Temperature levels are climbing, Pathfinder. Так. The ambient temperature is normal. Louis got a haul of those creepy aliens. Люорит. Fascinating. Да тебе все интересно, да интересно. Давай, то что получилось. Кстати говоря, он вообще похож на того один в один. У них у всех красные волосы у помешанных, да? Химическая краска, да? Хотя нет, там двое, которые стояли, они были. Нормально. Temperature levels are climbing, Pathfinder. Ну это нулевой элемент. Его так просто пускать нежелательно. А тебе флюорита полно. Зачем я его собираю тут? Ш-
Что за квест ты хочешь наблюдать? Hey, I recognize your insignia. You're Nexus, right? A Pathfinder. Kent Halsey, Nexus Security. Нормально. Didn't know your duties reached all the way to Elodin. It doesn't. I'm here for... personal reasons. My sister Isabel fell in with the wrong people. She joined the rebellion and was exiled to Kadara. Somehow, she pissed off enough people to end up in this hellhole. Your security and your sister's a troublemaker. Puts you in an awkward situation. I don't care about that. I'm here to find her. I know she can't come back to the Nexus, but we can start over on Kadara. Together. You'd give up your life for her? Izzy's the only family I have. I'd do anything for her. The problem is, I underestimated this planet. I don't have a vehicle or a way to survive the heat. I'm stuck before I've even started. Белые люди не могут в жару. Ха-ха-ха-ха. Ладно, извините. Извините. Это такой расизм. На минуточку. Какой кошмар, фу. Don't worry. I can track Isabel down for you. I hoped you'd say that. I think the salvager from Kadara has info on her. She wouldn't give me anything, but maybe you can get her talking. Поговорить с Вилонией? О, поздравляю, какая Вилония. Я помню. Data inconclusive. Find a different one. Thanks, Ryder. That should be enough. I'll analyze this and let you know what I find. Не, это на самом деле... Вот это сделали прикольно. Внезапно так квест наваливается практически. Those are water towers. The colony here gets all its supply from Anea. Да дайте мне запрыгнуть-то, господи. You've survived the gang leaders and the worm so far. I'm impressed. Got info on someone named Isabel Halsey? What am I, your personal database? Come on. You're the only one here who doesn't want to kill me. Just help me out. Fine, fine. I've never met her, but I heard a few scavengers talking. Mention a cave out in the dunes. Something about Isabel's time being limited. It's blow. This is the nav point. Just watch out. That's a bad area. All of Elodin is a bad area. Good point. Take it easy. Always do. Может сразу поехать? Переключу. Нормально так. Но здесь вроде бы не такая большая. Блин, вот планета Нейос, похоже. Сразу полечу, потом на миссию дорогу. Mining zones in this region are available, Pathfinder. I've added them to your nav system. Environmental temperatures are within acceptable limits. So, Elodin. Charming so far. What do we got? Isabel. The sand. The remnant monolith suggests this was indeed supposed to be a golden world. It also suggests the presence of a vault. Additionally, here is the large derelict remnant ship that we saw as we landed. Hopefully abandoned? Scans indicate it is not. The site is active with scavengers and remnant bots. Here, scavengers have taken over an abandoned camp between the two. In this direction, located in one of the planet's sinkholes, is New Tachanka, the Krogan colony. Sinkholes? Sounds fun. Not really. Elodin is tidally locked to its sister moon and that gas giant above. This side of the moon never cools. Getting trapped in a sinkhole without shelter would mean certain death, as one's blood would boil in 75 seconds.
And on that cheery note, let's head for the climate-controlled paradise of the Nomad. Не-не-не, стоп. Вот открыто, да? Кстати говоря, он четырехместный. Я что-то очень сильно сомневаюсь, что там есть кондиционер. Ну ладно. Ой. Давайте сначала туда что поделать. Looks like the kid was pretty upset with you. The usual. Curfew's unfair. Staying back in the Nexus where it's safe is unfair. Everything's unfair. She hates me. She pulled a you're not my mom line. Not this time. Ah, you're doing fine. Ну, конечно, на Эос не очень похож. Вообще не похож. Эос это... такой, знаете, такая... Южная Африка. А... здесь, скорее всего, Африка северная. Beats me. Pathfinder, I could modify your Omni-tool to disable the cores and prevent them from reacting. Do it. Let's go fix this. Hostiles ahead! Guys, just back online. А Драк просто стоит и ничего не делает. Отлично. Чуть все слишком изи. Что-то я боюсь этой штуки. Все и так биотика я докачал то, что мне нужно было. В принципе, знаете, здесь все полезно, кроме разве что, наверное, отражение. Повторюсь, у меня есть сложность. Я повторюсь, нет. Как-нибудь потом я буду проходить на сложности повыше. Гораздо повыше.
Скорость перезарядки. Вес. Пас. Тоже вес или боезапас. Лучше боезапас, я думаю. Вот. Здесь я даже не знаю. Биомагазин, это, конечно, хорошо, но... А давайте-ка все мы завернем обратно, потому что вот это тоже интересная вещь. Что это за... I detect above normal temperatures. Так понимаю, мне вот эти воронки вообще нельзя заходить. Now that you're running like a kid again, let me know if you need the Pathfinder to disappear. Should I patch it? Excuse me? Just saying, treat her right. I've cut friends loose for less. Goes for you too, Vetra. Я что-то не хочу туда спускаться. I hope we're not stuck. Oh, good. You heard me. I was starting to think I'd have to walk back to that rundown shack they call a landing zone. What are you doing out here? I'm a scientist from the Nexus. I've been surveying Elidan's geography for several weeks now. And now I'm stranded on this hellhole. I take it your shuttle broke down. Well, yes and no. A few days ago, my shuttle overheated and died. Then I ran out of water. After 2 days without a drop, I got desperate. Ended up trading a part from my ship to some scavengers. Once the delirium subsided, I realized my mistake. Turns out I sold them my thruster, which you need to fly. Вы знаете, почему сейчас только не слышали хлопок? Потому что где-то за 20 минут до стрима у меня кровь шла из носа, и я не хочу делать фейспалм сейчас. Потому что боюсь, я ударю слишком большой силой. The Tempest can get you back to the Nexus in no time. And leave my ship here to be picked apart. If I leave, that shuttle needs to come with me. I figure since you're a Pathfinder, maybe you can talk to the scavengers, get that part back. I'll have that thruster for you in no time. Helpful and efficient. I like that. I'll give you the nav point for the camp. Be ready, they're a prickly bunch. No. Are you studying the sinkholes here? I'm trying to figure out what causes them. Any luck? My scans show a high concentration of calcium carbonate deep below us, high enough to create pockets of brittle rock. These pockets break down and collapse, and it causes a chain reaction all the way to the surface. Incidentally, that would also account for all this sand. Good luck out here. Не-не-не, стоять. А, мне надо найти какое-нибудь место холодное. Температура 39 и 49. Да, в тени. Не в тени, 50. Кощей, люди, по-твоему, в Африке, на экваторе... тоже должны в шлеме ходить, да? До Кроганов еще не доехал. У меня вопрос такой. Смотри, эта миссия... Сейчас. А где здесь она была-то? Да вы издеваетесь. А, вот новая тучанка. Короче, в новой тучанке, я так понимаю, у Драка, да, будет эта штука? Heat levels increasing. The
Ваши любимые бои Кроганов. Six new sounds getting out of bed this morning. Creaks and just things moving. You get that, Vetra? No, no, I don't get that. And I sure don't talk about it. Those are some pretty crazy rock formations. The ambient temperature is normal. Между прочим, где-то в начале была миссия на время, там надо было быстрее доехать, иначе погибли бы люди. Потом я прямиком в Новую Тучанку поеду, чтобы вам угодить. Мне нравится мне это. I detect scavenger constructs ahead. Well, it's better. I advise against prolonged sun exposure, Pathfinder. Gonna be hard to avoid out here. Ну фак. Понимаешь, что я сейчас только понимаю, что это надо было объехать. Within acceptable limits. Ночлежка падальщиков нищета. This place is a den of scum. Keep your eyes open. You ever hear the saying honor among thieves? Yeah, but I don't believe everything I hear. Мака смог бы, конечно, смог бы, господи, Кощей. I detect above normal temperatures. На Маку даже пушка есть, а ты про какие-то склоны. Блин, можно вот это заехать сделать, а почему бы и нет? Шевелись, номад. Я говорю, я женщину ту спасу и поеду Новую Тучанку. Так, теперь нам надо смотреть. Разные цвета. Что? Только не говорите мне, что сегодня был патч. Не знаю, где-нибудь можно посмотреть? Сейчас, две секундочки. Чуть непонятно, какая версия, но у меня вроде не обновлялось ничего. Что здесь разные цвета, я не знаю. Кощей, я прошел 80% игры, а ты до сих пор не понял, что здесь люди летели на пикник, а не воевать.
вы издеваетесь? Что до патча с лицами? Чуть не замечал, они у меня все время были желтыми. Шутка про плоту. А, так, мне это уже нравится. В кавычках. И как я должен туда попасть? Ладно, попробуем. Окей. Ты столько на этой планете. Окей, let's solve this thing. А смысл только на этой планете? Это что за консоль реликтов? Так, нет, крови не будет. Я воздержусь от фейспалма. Кстати, вот это как раз можно доехать, чтобы потом не мучиться с телепортами и пойти ее спасать. Это такой лол, господи, что? None of this off the rack, snap together shit. Don't say uphill both ways. Don't say it. Ладно, сначала я ее спасу. Здрасте. Нормально. А, прикиньте, сейчас придется ее укошить. The ambient temperature is normal. Should have known. I don't sell to your kind. Matter of principle. If you're Isabel, your brother sent me. Kent? For what? He wants you to go back with him. To Kadara. Well, you can tell him I'm not going anywhere. On the Nexus, I was a merchant's assistant. On Kadara, I ran errands. Now, I make weapons for the most powerful gang leaders on Elidan. I get perks, protection, and no one would dare touch me. Finally get the respect I deserve. And the best part is, I don't have to talk to Ask using Nexus dogs. Except now, I guess. Она мне не нравится. Kent's waiting. Don't pass up your only shot to get off this planet. Whether I like it or not, this is home now. I have no reason to leave. You have it good now, but these scavengers will turn on you eventually. Just like they turned on the Nexus. Yeah, I get it. Honor among thieves. Fine. Can't stand the heat here anyway. I'll send a comm to my brother. Now get out of here.
Она мне не нравится, поэтому я поменял ее мнение. Что, просто ящики? Ну окей. О, это гениальный диалог и эти гениальные аргументы. Ты ж девушка, ты должна рожать, что ли? Аргумента. Я не удивлен. Я уже давно ничему здесь не удивляюсь. Пусть идут в пень. Nice work. Activating automated forward station deployment. Ехидно? Have been added to your nav system, Pathfinder. А, все? Вот. Какая досада. Ну и вот это, чтоб не забыть потом. Меня будет бесить это. Господи, а тут еще какое-то сооружение. Блин, что у меня со звуком, я не пойму. Хорошая броня. Isabel's mentioned in this. Updating your interface with the nav point. We almost have her. Какая... Стоп, Изабель, которая здесь? Луковичка какая-то. Флора Илея. Сочно сегментированный плод, похожий на тыкву с высоким содержанием воды. Мякоть вокруг семян можно есть в сыром виде или же порезать и высушить для дальнейшего хранения. Нашел тыкву. Ладно, если мы хотели... Да господи, боже ж ты мой. Пофигу. Я все равно потом буду там мимо приезжать, потому что буду точно открывать точку телепортации. I've analyzed the scans you sent me. I found something odd. Each scavenger's neurons were firing at an abnormal rhythm. What does that mean? It's only a theory, but I think some people are more susceptible to complications that can happen during the cryo process.
their neural paths were altered in cryosleep. It's not curable, but I've developed a serum that should subdue the symptoms. I left it at the Paradise. When you pick it up, I'll tell you what to do. Можно это потом сделать? Потом. Temperature levels are climbing, Pathfinder. Да, и давайте переключусь на миссию Драка. Кора ветра сделаны. Джал у меня. Джала не помню, что было сделано. Ну ладно. Почему игра такая громкая? Я не могу уже. Вам как, люди? Игра громкая, не громкая? Потому что она у меня просто офигеть, как мне уши душит. Environmental temperatures are within acceptable limits. Life support is back online. The outlaws built some kind of tech. They'll be looking to defend it. So, Morda's still pissed off at the Nexus. You'll want to be careful around her, kid. It's amazing they managed to set up any kind of working colony on this hellscape. When the Krogan put their mind to something, they'll get it done. Enemy down. Да, все? Какие неженки эти ваши. Дяденьки, так. Environmental temperatures are within acceptable limits. Automated protocols activated. Deploying forward station. Getting close to New Tuchanka. My zones in this region are available, Pathfinder. I've added them to your nav system. Move along. No outsiders. He's with me, human Pathfinder. Drak, it's been a while. Jorgel Strux sent me. I'm supposed to talk with Morda. So now Strux is friends with the Nexus. Traitor. Think I'm a traitor too. Shut it, Breck. Мы можем быть друзьями. I can help you guys out. You assume we need help. Hey, you guys did your job. Now stand down and let them in. But Drak, didn't I tell you to shut up? I'll spread the word so Morda knows you're here. Good. Войти в тронный зал. Не слишком ли жирно будет? Тронный зал. Saw the worm out there again. That thing is huge. Bigger than a fish. Make a good rite of passage. А, лол. Здесь нашли своего молотильщика. Это сейчас хорошо было. You said something about a worm? Not a worm. The worm. Huge. Invincible. You can't miss it. It pops out of the dunes from time to time. Plows down everything in its path. Do I have to worry about it attacking? As far as we can tell, it doesn't care about us, one way or the other. But stay out of its way. It'll barrel right through you, tear you to pieces. Здесь тоже есть свои шейхулуны. He
It was an accident. The terminal with Dr. O'Kear's data was right next to the scrub. Сперва прочитал Кроган кинетик. Hello, I noticed you were listening. Is it because you're a fan of the Krogan genius, Dr. O'Kear? I'm frantic because a terminal with all his research was accidentally sold to a junker. No. Maybe. What was that? His work regarding Krogan physiology and the genophage was advanced. I was his protege. Or, I was acquainted with his protege. И... Дальше можно? Anyway, it's encrypted, but it would be bad if it fell into the wrong hands. I can give you a nav point and the name of the scavenger I accidentally sold it to. Send me the nav point and the terminal identification. Done. I hope it's still on the planet. The junker was aggressive. Здесь что у нас? Ингредиенты для имбирного печенья. Корица. Думаю, это животное с клювом. Нормально так. А сюда варонов-то взяли или нет? Что-то я не понимаю. Говорит с Харком в теплице. Теплица у нас выше. Кажется. А, ниже. Ну-ка. Ёшкин матрёшкин. На этом рядом с кроганскими боями или нет? Территориально, да. Окей. Okay. Ладно, давайте еще ниже. Ну, здравствуйте. Драк, сэр, you're here. Settle down a second, Ark. Sorry, this is just more excitement than I'm used to. I tracked the stolen transport to one of Elodon's moons. You need to take your ship. Nothing we've got has stealth. How did they steal the transport? I had the security system off while I was transferring a new sample, and well. They snuck in from the far side. Морда thinks Vorn took transport for a sample run. I didn't know. Это та миссия или не та? Ну так кто тут расстроится, если сегодня не пройду это? Ответь нам такой. Вопрос, Ардарос. А, хотя ты же драка не делал. Миссия-то. Так, люди...
Нет? Ладно, тогда мне нужно подготовиться. Люди, я отойду. Тебе нужна основная ветка миссии Тучанки, значит, это к этой в тронный зал идти. Так. Я, короче, пойду... Кое-что надо сделать. Буквально 2 минутки. Ветка миссии Тучанки, это, конечно, мощно, потому что эту планету вообще можно пропустить. Я прям туда пойду, чтобы успокоился. You Ravenor Brank? Struck sent me. He said that you... Yes. Find me later near the fighting pit. Hey, Nexus. I'm the one you talk to around here. Господи, какие мы грозные. Are you Morda? I'm Nakmar Morda, Overlord of the Krogan in Helios. Overlord? Drac, Kesh said you had a new job. She didn't tell me you did. Что не так с этой камерой? And you're the celebrated pathfinder from the Hyperion, found at last. I'm Ryder. This is thrilling. I've never stood so close to a pathfinder before. Mostly because the Krogan never got one. Welcome to new T'Chanka. I understand you and your people are pissed off. Humans were welcomed into the Citadel Council with open arms, while the Krogan endured centuries of oppression. You have no idea. Your understanding only makes me mad. Okay, gotcha. Loud and clear. Why are you here, Pathfinder? To see what a successful colony looks like. Our outposts are new. We could use the advice. Your manipulation is so transparent. No advice for you. Господи. Only regret. Watch, the Krogan will thrive and the initiative will pay. Get out of my face before I smash it. I'm gonna journal about this later. See you soon. Ладно. Surprised even me. Not good. Yeah. Maybe. She said the initiative will pay. That's us. That's scary. Ой, да господи. Let's talk to Brank before we freak out. Another leak? Damn, Exile scraps won't hold together. Где? Куда здесь идти? Где вниз? Я правильно понимаю, что это основная ветка Тучанки? Давайте поговорим. So you're the human pathfinder. You look different from the pictures I saw. You probably saw pictures of my dad. Your dad? You replaced him as Pathfinder? It's a long story. Haven't really kept up with Nexus news. Enough trouble to occupy me here. Scavengers?
amongst other things. You seen the Flophouse yet? That's where they get together. 80% shacks, 100% trouble. I'll give you the nav point so you can avoid it. Or not, as you choose. Thanks. This information will come in handy. Just trying to help. Be careful out there, Pathfinder. Ну это нам не туда. Я туда не хочу. Здесь только два наверх. Нет, тучан. Это в тучанке должно быть. Что у меня все плохо со стримом? Ох, ё-моё. Что-то вообще жестоко. Так. Остановить трансляцию. Что-то это вообще... Алло. А можно остановить все-таки? Стрим. Пожалуйста. Вот. На Амстердам давайте попробуем. Так. Вот на Амстердам стрим идет. Блин, люди, что-то мне фигово. Я боюсь, что я вообще что-то сейчас закончу. Новые отцы. Гульнас. Гульнас. Бин. Замечательно, демонстрирую терпение, только ломаю вам кости. Зачем они сюда привезли пужаков? Они их даже, по-моему, не жрали. Урднот это, кстати говоря. Блин, люди, что-то вообще жесть. It's rustic. That's what we're going for. Rustic. I'm guessing you have questions. I'll talk to you. Блин, люди. Куда здесь идти-то? Раванор Брэнк. Чуть не понимаю, куда здесь идти. Это раздражает. А, вон есть.
спуск вниз. А только сейчас я понял, что это спуск вниз. Где-то он здесь должен быть. Угу. Или вот так. Давайте повернемся и направо. Менеджер молотильщик. Лол. Что они тут устроили? Общественные отношения. Какой ужас. Какой ужас. Какой ужас. Да. По диагонали некоторые штуки читаю. Я по тому квесту иду или не по тому? Spit out what you know, and I'll take it from there. Okay, okay. I said quiet, not rude. What? Did you see the crashed ship as you landed? Morda's after the drive core. Why? That's remnant tech. She can't activate it. What are you talking about? She's building a bomb. With a drive core as a power source? Sam? Dangerous to those handling it, but, in the end, very possible. Demolition teams have been busting down walls for months, battling those robots and scavengers. Lots here want peace with the Nexus. If Morda gets that drive core, boom, it's over. Now get away from me. Thanks, Brink. Did that Krogan just call me rude? Seriously, a Krogan? Is that what you got from that conversation? No, I know. Let's go see about that drive core. Manager didn't call. Понятно все. Отправляйтесь на заброшенный корабль реликтов. Это выше. Сейчас вроде потери кадров нет. I know what I saw. Did that worm think I wouldn't notice? It's my squad, not Gren's, and I'll be damned if I let them take orders from him. What do you want me to do? Handle it, Kortik, or I will. Half the time, I feel like I'm the only one holding this colony together. Trouble? Varga and Gren fought together back home, side by side, but always in competition. Made them stronger. Now they have no enemies to fight, so they're fighting each other. I can see the tension building, colonists taking sides. This is how clan wars start. Sounds like all they need is something to shoot. That's exactly what they need. Best way to stop this feud
is to perform a rite of union. Which is? Shove them into a ring with a beast. Make them fight as a team. Defeating a common foe creates a powerful bond. Krogan, don't take that lightly. Help me perform the rite, and we can hold this colony together. How am I supposed to help with the rite? For one, they need something to fight. I hope you don't mean me. No, but I do need you to help me drive a beast into the arena. Shamans make a special lure for this. Should help subdue it. You really think Varka and Gren could cause a war? Big problems can start out small, not taking any chances. I'll do whatever I can to help. Good. Set this lure out in the wild to attract a fiend. The beast might be feisty at first, so stay on your toes. I'll keep Varka and Gren from each other's throats till you get back. Good luck. В логово дикого демона, люди. Короче, я не знаю, ну кто здесь-то? Алло. Отзовитесь. Короче, я не знаю. Ну, я пошел. Где та штука, которая... Где эти бои кроганские? Просто нифига не... Нифига не знаю. Я просто хочу сейчас это показать и посмеяться и, наверное, закончить. Что-то мне прет, потому что... Не очень хорошо. Я пойду полежу, наверное, сразу как закончу. Еще один магазин. Pathfinder, welcome. You don't welcome an alien into our colony, you ignorant child. Shut up, old man. Sorry about that. Don't mind him. Credits are credits, I say. Your business won't get far if you only sell the Krogan. He's more concerned with proving a point than growing his clientele. Good thing he has me. Now buy something before he starts yelling again. Я сейчас заметил, что что-то не так. Не все кроганский молот и... Короче, не все плохо с торговлей, как я понимаю. Nice to finally breathe fresh air. Pathfinder, when you travel, do you meet many Angara? Sometimes. Have you met one named Lyetta? I don't think so. Why? She was a salvager, made runs to Elidan all the time. When she landed, she would always stop here first. We climbed the dunes together, took in the view, talked for hours. Lyetta had a hard time in this heat, so I said I'd make her a cryo bracelet. I bet she appreciated that. I never got the chance to give it to her. One day, she just stopped coming. I don't know where she is, if I'll ever see her again. You think something happened to her? She could have taken a new job. Maybe she was sick of Elidan. But if there's even a chance she ran into trouble, I can't stand not knowing. I could track her down for you. Make sure she's okay. There's a salvage runner in Paradise. She might know something. I would like that. If you find her, will you give her the cryo bracelet? Tell her she can use it to visit me again. Thank you, Pathfinder. You seem different from the other Krogan.
My father called me a Salarian in a Krogan body. Supposed to be an insult. Joke's on him, though. I like Salarians. Не, ну, такое может быть, спокойно. What are you doing up here? Looking. Back home we didn't have time to just stop and look. Is life that different here? It was all about survival. Here we Не надо думать в игре о расчистке как-то. А что все Кроганы должны быть орками? Sounds like Helios was an easy choice for you. New galaxy, new life. Not interested in being a merc like my father, or battling it out on T'Chunka. I almost didn't want to be packed into cryo for the journey. Wanted to see the whole thing. Would have been pretty lonely. Never been bothered by loneliness. The views would have been worth it. I should get going. Расспросить Вилонию. Главный квест. Что-то я даже не знаю. Я сейчас не вижу никакого главного квеста. Пушный корабль. Реликтов. Не, люди, мне что-то очень нехорошо, поэтому я извиняюсь, но что-то лучше, чтоб не... мутило там завтра, послезавтра. Лучше сейчас закончить, чтобы завтра нормально продолжить. Всего час 30 я сказал, что ну, такое может быть. Лучше поэтому закончить. Ладно, товарищи. Пока я пойду отдыхать. Еще раз извиняюсь. За такое.